все.
Неплохо! Смотри-ка! Ugh.
Атрей, ко мне! Атрей, ко мне!
Молодец! Я готов! Это ведь все, да? Ого! Внизу что-то есть. Thank you.
Вот опять! То она там, то ее нет. Как это? Пойди сюда. Ладно. Карта сокровищ. Отлично. Вот это находка! А, теперь я могу прочесть. Но это имя. Эйр! Ого, это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.
Я могу сделать что угодно. А тебе, юноша? Я самая маленькая, но не самая простенькая. Что-то еще? Возвращайтесь! С чего бы начать?
забывай мыть руки. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Заблудились? Нет. Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.
Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я... Наверное, я... Просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю. Я... Тебе не понять. Как и тебе. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый!
сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни?